благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Допустим, если тебе не хватает немножко радости в своем дне или немножко грусти, ты идешь и рисуешь, и показываешь все это на бумаге. Вообще мы в большинстве рисуем портреты, натюрморты. И в этих натюрмортах можно красками показать свои переживания. Если холодные цвета, настроение плохое. Если яркие, то значит яркое. В большинстве я рисую яркими цветами, потому что я оптимист. В свои 16 лет Саша очень занятой человек. Она готовится к экзаменам за 9 класс, заканчивает художественную школу, изучает английский язык, участвует во всевозможных творческих конкурсах и опекает младшую сестру. Они с Викой неразлучны и очень похожи, хотя на первый взгляд это и незаметно. Саша у нас выпускница в этом году, отзывчивая, всегда поможет девочкам, мальчикам, если кто попросит. У нее хорошая фантазия. Насчет фантазии... Она интересные композиции придумывает, видит цвет, да, и глазомер у нее хороший, и рисунок хорошо строит, построение. Саша усидчивая. Виктория немножко более подвижная девочка, но у нее тоже хорошо все получается, учится она отлично. В центре для детей-сирот, где живут Саша и Вика, организована постоянно действующая выставка их работ. Правда, самые лучшие уже раздарены друзьям или не вернулись после конкурсов. Но девочки по этому поводу не переживают. Рисовать и лепить они готовы сколько угодно. Саша, как более опытная мастерица, может уже сама проводить занятия. Мы будем делать вот такое сердечко. Чтобы были вот такие следы, мы используем ткань. Сперва мы разминаем глину, чтобы не осталось комочков. И когда мы закаливаем в печку, наша поделка не сломалась. Всем материалам Саша предпочитает глину. Современная мастика искусственная, в ней нет природного тепла. А пластилин недолговечный. И только глиняные изделия, особенно после соответствующей обработки, можно оставить на долгую память. Приятных воспоминаний у девочек достаточно. О воспитателях. Такие они у нас добрые. Ну. О выступлениях, к которым они нас подготавливали. Вообще, мое детство там прошло. Свою будущую профессию Саша держит в секрете. Говорит, сначала надо сдать экзамены. А вот Вика, хотя учится только в 7 классе, уже все решила. Я хочу стать ветеринаром, потому что мне нравятся животные. Я хочу, людей же лечат. Я хочу, чтобы животные тоже были здоровые. Мне нравится за ними ухаживать, гулять с ними. Да, есть попугай, хомячки и рыбки. Мне больше нравятся хомячки, потому что с ними можно поиграть, понаблюдать за ними, покормить, подержать на руках. Что такое здоровый образ жизни, девочки знают не понаслышке. Неподалеку от центра есть каток. Саша и Вика часто сюда заглядывают. Фигуристками становиться не собираются, но катаются с удовольствием. Пару лет назад Саша решила заняться самбо. Захотелось чувствовать себя увереннее, знать, что в любой ситуации можешь себя защитить. Тренировалась не очень долго, но сразу начала побеждать на районных состязаниях. Такой уж Саша человек. Если за что-то берется, старается добиться успеха. Если я чего-то хочу, то я это добьюсь. Буду идти до этого до последнего. Это должно быть, наверное, то, что мне по душе, то, что мне нравится. Если мне это не нравится, то и это не цель. Саша у нас огонь. Она не может без дела. Ей постоянно нужно находить, можно сказать, даже трудности, чтобы у нее было чем заняться. У нее очень много энергии. Вот когда она добивается чего-то, там, первое место получает в конкурсах, и в спорте она занимает места. Ихние достижения, конечно же, радуют. Прям взлетаешь иногда.
А Вика, она такая милая девочка, она прям мягкая, она подойдет, приласкается, голову положит. На дополнительные занятия английским языком Саша и Вика тоже ходят вместе. Честно признаются, не так, чтобы очень хочется, но надо. В современной жизни незнание языков ограничивает возможности. А им в будущем хочется, во-первых, путешествовать, а во-вторых, читать книги на языке оригинала. Девочки вообще много читают. Одна из самых популярных в центре – серия книг о маленькой волшебнице Нине. Но как тут не задать вопрос, а если бы ты была волшебницей, что бы ты сделала для себя и для других? Чтобы дети в больницах были все здоровы, чтобы от рака нашли лекарства, чтобы такого не было, что за чью-то жизнь нужно переживать, плакать, ну, эти эмоции, боль, чтобы их не было. В телепередачах Саша участвует не в первый раз и, кажется, подумывает о том, чтобы стать журналистом. Но это пока не окончательное решение. Зато она совершенно точно знает, что ей нужно для счастья и успеха. Нужна образованность, в первую очередь. Умение властвовать с собой. Семья – это тоже очень главная работа. Если человек не работает, он превращается уже ни во что. А еще Саша привыкла рассчитывать на свои силы. Но будет рада, если у них с Викой появятся новые друзья, которые помогут им освоиться во взрослой жизни, поделятся своими интересами, опытом, добрым советом. Взрослый друг, который будет меня поддерживать в трудную минуту, в сложных жизненных ситуациях, который мне скажет: «Я в тебя верю». Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8-8352-76-68-68, 8-967-476-68-68 или заполните анкету на сайте www.naставник21.ru. Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Благотворительный фонд «Это чудо». 428-30, Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 8, офис 220. 21.